подчеркиваю то, что Украина не одна. Мэры всего мира с вами и смотрят на вас. Все, мы надеемся, что скоро вы сможете увидеть прекрасное будущее для вашей страны. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы должны предоставить вам любую помощь, в которой вы будете нуждаться. То зрение, которое сейчас творится в Украине, непостижимо. И я считаю, что подписание договора о партнерстве как никогда будет актуальным. Мне очень приятно, что сегодня с нами мэры городов, американских городов, которые проявляют солидарность. Солидарность с нами. Конечно, мы воспользуемся вашим предложением и обратимся к вам за такой помощью. Для нас это очень важно. Я хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю возможность общения, поделиться той информацией, которую вы услышали, и наметить наши планы в дальнейшем на сотрудничество.